Так, товарищи, здравствуйте. Сегодня у нас последнее предновогоднее занятие по «Капиталу Маркса». В укороченном оно несколько составе, потому что некоторые наши товарищи разъехались по стране перед Новым годом, а некоторые товарищи сейчас с метростроевцами общаются. Сейчас мероприятие «Забастовка метростроя» соответствующим митингом у управления метростроя. Ну а мы здесь вот грызем гранит науки, углубляемся. Тема у нас сегодня, глава 11, кооперация. Но так как, Иван, вы у нас один нынче молодой, вам от 20. Что такое кооперация-то? Давайте начнем. Давайте все-таки мы будем соблюдать заветы диалектики, науки, логики, движения вперед. Вернуться назад, да. Потому что обратите внимание, с чего начинает вот первая фраза 11 главы Маркс. Надо прочитать. Ну, вслух прочитать. Да, с чего начинается капиталистическое производство? Ну, с того момента, когда один капиталист начинает задействовать большое число рабочих. Большое число рабочих. Вот давайте мы вспомним. Нет, и дальше он вывод делает. А вывод еще он делает. Что действия многих рабочих в одно и то же время, в одном и том же месте, для производства одного и того же вида товаров. Сорта товаров. Вида. Под командой одного и того же капиталиста составляет исторически логический исходный пункт капиталистического производства. У вас что, вида написано? Да. У вас более ранний. Сорта. А, более ранний. Не придираемся к переводчикам. А что, разные переводы? Я думаю, как перевели его там. Конечно. Это не Скворцов Степанов разве? Не знаю. Я думаю, как Скворцов Степанов перевел. Ну, значит, какие-то редакторы работали еще над переводом. У меня даже вид не написано. Значит, давайте не отвлекаться. Значит, исходный, логически, исторический, исходный пункт капиталистического производства. Да. Можем запутаться. А с чего начинается первый том «Капитала»? Первый абзац буквально, первой главы. Что товар является элементарной клеточкой капиталистического производства. Да. Вот. Непосвященный, или сказать, человек, который первый раз смотрит, может запутаться. Так что же начало капиталистического производства? Товар, да? Или вот кооперация исторически и логически. Вот давайте, наверное, вспомним. О чем идет речь? Что товарное производство является основой, на которой произрастает капиталистическое производство. То есть в товаре заключены все дальнейшие определенности, категории, противоречия капитализма, но не раз в этом виде еще, в потенции. И развитие товарного производства, и развитие товара как категории, оно неизбежно приводит капиталистическому производству. Это мы знаем. Второе, что мы знаем. Капиталистическое производство, понятие его. Это можно коротко. Совершенно верно. Это всеобщее товарное производство. Что значит всеобщее? Когда товарами становится рабочее. Когда товаром становится все. Не только предметы потребления и средства производства, но и рабочая сила. И, по-моему, если не ошибаюсь, в 4 главе Маркс рассматривает, а при каких условиях рабочая сила становится товаром. Их два основных. Первое. Это юридическая свобода. Лично, так сказать, свободен. Рабочий. Второе, у него не должно быть средств производства. Средства производства находятся на другом полюсе. Владелец средств производства является капиталистом. И вот вопрос, я сейчас закончу. Мы как раз только подходим. Ну вот, хорошо, вот один рабочий, не имея средств производства, пошел наниматься к владельцу средств производства. Мы еще имеем капиталистическое производство или нет? Не факт. Вот когда Маркс дальше рассматривал, он несколько раз касался этой темы, и здесь он ее будет дальше развивать. Должна быть определена, как сказали бы, наверное, техники или ученые, критическая масса, да? Вот этих самых рабочих, которые продают свою рабочую силу. И вот это определенная критическая масса, определенное количество нанимаемых капиталистом рабочих сил, когда получаемая прибавочная стоимость позволяет ему уже не заниматься непосредственно, скажем, физическим трудом, как самому, как рабочему. И вот с этого момента мы подходим вот к этому выводу Маркса,
Это есть исторический логический пункт капиталистического производства. Дальше, пожалуйста. Кооперация, что такое? Вот Маркс пишет, это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе производства или в разных, но связанных между собой процессах производства. А вот много это здесь, вот сколько имел в виду все-таки вот Маркс, вот тут немножко выше, он рассматривает, так сказать, когда вот он берет как, вот мы работаем с общественными затратами труда, да, вот средними, усредненными. Вот когда появляются эти усредненные затраты труда, ведь вообще говоря, у каждого человека индивидуального, у него индивидуальные затраты труда могут очень сильно отличаться от этих общественных. И это вообще говоря, наверное, как-то в виде такой неберущейся задачи, как вот можно всех привести к среднему знаменателю, усреднить. А Марк здесь вот вначале пишет, что вот сколько человек надо, чтобы вот получить среднюю вот эту производительность. Ну, какую-то конкретную цифру. Приводит именно конкретно. Да. Из 5 человек, он пишет на основании там наблюдений и фермера, там и еще, что ну, вот да, из 5 человек один трудолюбивый, один лентяй и трое таксяк. Скажем так. А в среднем вот эта пятерка, случайно набранная пятерка, она дает такую же производительность труда, такую же выработку на всех пятерых, как вот и другие пятерки. То есть здесь очень не знаю, вот между пятерками этими уже колебания крайне незначительные. Ну, вот это вот. Ну, как я понял вот из текста, то, что если вот 20 ткачей работают на 20 станках у одного капиталиста, либо есть, скажем, эти 20 ткачей, они работают в одной мастерской. Либо те же самые 20 ткачей, но они работают отдельно, по два человека, на них там нужно какое-то количество станков и, соответственно, мастерских. Да, уже не одно, а... Вот мы вот здесь, это вот следующий пункт, вот Виктор Иванович совершенно верно сказал, что для капиталистического производства надо, чтобы рабочие не обладали средствами производства. Но смотрите, по мере того, как разрушился феодализм, и бывшие крепостные стали приобретать личную свободу, а у них так ли у них не было средств производства? Во-первых, какие-то средства производства есть у всех. Лопата, там, топор у каждого на даче лежат. Это, так сказать, какое-то есть. И у них были в большинстве своем ткацкие станки, там еще что-то, вот ручные ткачи. Это было достаточно массовое занятие. Вот что их затащило в большом количестве к капиталисту, почему вот они... Первое движение, конечно, у них было, надо мной никто не висит. Я человек с руками и с головой, трудолюбивый, я себе всегда на жизнь заработаю. У меня ткацкий станок, я вот натку. А потом вышло так, что они, значит, врачи гнищенское существование, работая у капиталиста по 12 часов в день, теряя здоровье, и, в общем-то, жизнь у них была никак не сахарная. Как вот так вот получилось, что они вдруг стали без средств производства? Вот Маркс рассматривает, что сначала, вот, допустим, даже пускай такие же точно ткацкие станки, ну вот как и на дому у этих ткачей ручных. Но вот почему капиталисты их разорил, этих ручных ткачей, почему они перешли, стали пролетариями и перешли вот к капиталисту, даже вот не учитывая преимущества, то, что он там более передовые ткацкие станки более производить и так далее. Вот какие преимущества имеет вот это вот? Ну, кооперация, она способствует увеличению производительной силы. То есть, если там два ткача будут ткать вот эту... они не смогут конкурировать с капиталистом, у которого есть, соответственно, большее количество средств производства. Ну и что? Ну, у капиталиста 20 ткачей точно таких же, на таких же точно станках. Если точно такие же затраты, то они вполне могут конкурировать. Почему нет? Вот на чем выигрывает капиталист? Вот экономия на средствах производства при вот кооперации. Когда много людей, так сказать, собираются. Вот, допустим,
там установить, сколько там ткацких станков в одном помещении, там 20 или сколько-то. Почему это будет выгоднее капиталисту, чем вот, чем, какие будут выгоды здесь иметь капиталист на средствах производства по сравнению с тем, который имеет ручной ткач, работая дома на таком же станке? Маркс это вот... Ну вот сразу вытекает экономия на строительстве, да? Что проще, там 20 маленьких построить домиков или вот один большой? Ну да, то есть постоянный капитал. Да, меньше надо будет. Меньше, дешевле средства производства. Называется экономия на средствах производства. Да, экономия на средствах производства. Потом отапливать. Вот Маркс тоже приводит пример. Что лучше, 20 маленьких домиков или один вот такой? Опять же, здесь экономия. И такой вот. Потом капиталист, ткач, если он работает один, он поработал, потом он спит, станок стоит. Капиталист может еще ночную смену народу. И задействовать этот станок не 8 часов в сутки, а хоть и не 10, и не 12, а хоть и 24 часа в сутки. Один и тот же станок. Опять же, экономия. Это вот одна сторона. Это экономия на средствах производства. И вторая сторона есть, независимо от этого. Это увеличение производительной силы. Вот тут вот почему, находясь в скоплении, рабочий даже на тех же средствах производства показывает зачастую большую производительность. Ну вот Маркс пишет, он упоминает такое вот сочетание, словосочетание английское animal spirits. Это живой дух, там, да, это да. Животное, это самое. То есть, когда человек сидит и видит, что вокруг него еще там кто-то работает на ткацких станках, ткут, и он начинает как-то непроизвольно вступать в соревнования с этими людьми, равняться там на них. И это вот создается такая атмосфера, когда люди работают напряженнее и больше выдают. Это раз. А если взять другие виды труда, то здесь сплошь и рядом Марс какие виды? Во-первых, всего организации труда. Вот каменщики, если поднимают кирпичи или камни на строящиеся здания, это у них будет одна производительность. А если они передают его из рук в руки, это будет совсем другая, более высокая производительность. Да. Потому что во втором случае им не надо свои тира поднимать, опускать дополнительно, которые тяжелее еще, чем камни эти. Вот, это раз. Потом, можно начинать строить дом, скажем, с разных концов и быстрее его сдать таким образом. Ну и потом, вот очень важно здесь тоже, целый ряд работ можно совершить, нужно совершить в короткий промежуток времени, в частности, хозяйственные и сезонные работы. И Марк здесь даже приводит пример, что вот у американских фермеров, где вот проблемы с большим количеством рабочей силы, там, как правило, фермер на большом участке земли один управляется, там пропадает хлеб из-за этого. В то время такое вот было. Или в Индии, где разрушена община, то же самое, не урожаи. Вот это вот такие преимущества. Что-нибудь еще? Кто-нибудь? Так, ну, там еще примеры насчет рыбной ловли, что ловля, без, да, как бы, кооперации там хотя бы 3-4 человек с лодки невозможно сетью там рыба ловить. Один должен править, другой на веслах работать, третий там сеть поднимать, опускать. Да, в коллективе сподручнее, сподручнее батьку убить. Ну, можно, то есть, и самим придумать примеры хорошие, там, сенокос, например. Вот что, особенно в неустойчивую погоду, надо быстро сено скосить, где-то просушить. Потом, если дождь начинается, значит, копну сделать и закрыть его. Вот. И потом этот, охота еще и в первобытном обществе необходимо кооперироваться, чтобы там... Не, ну это понятно, что кооперация, заварить, она преследует всю историю человечества. Да. В первобытном обществе совместно работали,
и в рабовладельческом обществе нагонялись там толпы для строительства пирамид и так далее, и в феодальном обществе строили, и само собой будет она капиталистическим, в коммунистическом обществе. Мы-то сейчас говорим о кооперации при капитализме. Как вот капиталисту удается сгонять, и зачем он делает это, сгоняет большое количество людей, и укрупняется производство, и большое количество людей работает совместно на капиталистических заводах и фабриках. Вот это вот вопрос. Что еще здесь можно добавить? Ну, я как понимаю, то есть кооперация – это как бы такой первичный в капиталистическом способе производства организация рабочих как товар, например, да? Может. Значит, ну, во-первых, можно сказать, что кооперация подрывает товарность внутри отдельной фабрики. Вот мы перескакиваем, вы уже к выводу подошли. То есть кооперация, она есть все, так сказать, общая форма организации труда. И тоже вот эта простая форма, которая рассматривается непосредственно в данной главе, вот она как бы исходная такая, неустойчивая. Вот-вот-вот, я про это. За ней пойдет там другие уже мануфактуры и фабрика. Это другой вопрос. Я думаю, вот с этим вопросом надо закончить и идти дальше. То кооперация в условиях капиталистического производства, она имеет двойственный характер, или две стороны. Первая сторона, она с чем связана? Ну, любой совместный труд или непосредственно общественный труд нуждается в управлении. Ну, управление, что подчинение действия объекта воле сознания субъекта. Ну, в каких-то согласованных действиях. Так ведь? Маркс приводит пример или образное сравнение. Если отдельный скрипач сам, так сказать, управляет собой, то дирижер нуждается в дирижере. Да. То есть самоуправление. А с другой стороны, опять вернемся к началу. Ведь капиталистическое производство – это не просто производство продуктов, оно производство товаров. А товар у нас имеет двойственный характер, две стороны. То есть вот это производство стоимости – это неотъемлемая составная часть капиталистического производства. И не просто стоимости. А прибавочной. Совершенно верно, прибавочной стоимости. То есть производство прибавочной стоимости, напоминаю всем, является непосредственной целью, определяющей целью капиталистического производства. Да. Поэтому и управление вот в кооперации, да, имеет вот вторую сторону. Это… Увеличение капитала, самовозрастание. Самозарастание капитала, совершенно производство прибавочной стоимости, самозарастание капитала, то есть контроль, регулирование вот эксплуатации, процессы эксплуатации рабочих, то есть безвозмездного присвоения прибавочной стоимости. Вот такой важный момент, который не нужно упускать. И капиталист тут может, получается, вместо себя ставить всяких менеджеров, управленцев, которые вот будут следить вот за вот этим вот процессом производства. Как он там пишет, либо офицеры, либо смотрщики, унтер-офицеры. То есть капиталист как генерал выступает, а менеджеры как офицеры, там унтер-офицер уже. Да, и тут вот Маркс пишет, подобно тому, как повысившаяся благодаря кооперации общественная производительная сфера труда представляется производительной сферой капитала, так и сама кооперация представляется специфической формой капиталистического процесса производства, в противоположность процессу производства раздробленных независимых работников или мелких хозяйчиков. Это первое изменение, которое испытывает сам процесс труда вследствие подчинения его капиталу. Изменение совершается стихийно. Одновременное употребление большего числа наемных рабочих в одном и том же процессе труда, будучи условием этого изменения, образует исходный пункт капиталистического производства. Оно совпадает с самим существованием капитала. То есть не бывает капитала без вот этой кооперации рабочих. Это как не капитализм, а как это Прудо называл, Маркс называл мягкобуржуазный социализм Прудона, да? Где ходят и общаются друг с другом там всякие ткачи, сапожники,
портные и так далее. Вот, справедливо обмениваются. То есть исходный пункт капитала — это вот надо согнать большое количество людей в одном месте. Не только. Каких людей? Обеспечить их достаточными средствами производства. Наемных рабочих. Наемных рабочих. Да, потому что если исторически посмотреть, кооперация, она свойственна всем, всем формациям. Да. Только если мы заглянем в первобытный общинный строй, там что мы видим? Две особенности этой, так сказать, совместного труда. Первая особенность — на чем основана? На общей собственности. Да. И второе — на неразвитости производительных сил. Нет, на кровном родстве этих людей. Ну, да. Все об этом пишет. Да. А в эксплуататорских обществах кооперация на чем основана? На внеэкономическом принуждении, прежде всего. Рабовладение. Вот тут собственность. Это говорящая о роде труда. Вот не говорящая, да? А вот говорящая о роде труда. Феодальное общество, феодальный строй. Это что? Подданный. Феодал. Привязан к земле. Да? Крепостной. Да, совершенно верно. И только при капитализме это получается принуждение уже, о чем мы уже говорили, неэкономическое. Пожалуйста, ты свободный человек, у тебя паспорт, куда хочешь, туда иди. Какое не внеэкономическое, экономическое? Да, экономическое, неправильно выразился. Да. Куда, а куда ты пойдешь? У тебя нет средств производства. Вот пойдешь наниматься. Да. Ну, они могут сочетаться экономическими методами, внеэкономическими. Вот, ну, сейчас, например, в тех же Штатах масса частных тюрем, где этот, оплачивается труд, ну, заключенных. Это исключение, которое подтверждает правило. Это Маркс еще писал, что пока будет существовать капиталистическая эксплуатация, до тех пор будут существовать и все другие виды эксплуатации, включая рабовладельческую, феодальную и так далее. Это, так сказать. Ну вот, в общем-то, при кооперации вот выявляется уже основное противоречие капитализма. То есть труд у нас общественный. Кстати, кооперация. Да, это уже подходит к выводам, совершенно верно. Да. А присваивает, работали-то многие, а присваивает-то себе прибавочную стоимость один. Противоречие между общественным характером труда и частной формой присвоения. И вот здесь мы, надо понимать, рассматриваем еще раз самую примитивную форму кооперации. Простую, лучше сказать. Простую. Где капиталист еще... Еще это до начала промышленной революции. Это вот такая кооперация, она послужила предпосылкой промышленной революции. А здесь еще никакой промышленной революции нет. И средства производства, на которых работают рабочие, они, в общем-то, не сильно отличаются от индивидуальных средств производства. Но вот в силу ряда причин, о которых мы сказали, производительность труда здесь значительно повышена. И хотя такие формы еще не послужили полному истреблению ткачей, там, ручных ткачей и так далее, они еще сосуществовали в больших количествах параллельно с вот этими зачатками капиталистического производства. Но и тем не менее, это вот уже была угроза им, потому что даже работая на столь же примитивных станках, тем не менее, вот созванные в одно место люди показывали более высокую производительность, и несмотря на наличие капиталиста, а капиталисты, надо сказать, вот в эту пору начальную жили очень скромно зачастую, как дальше напишет Маркс, если капиталист там в день праздника угощал кого-то стаканом дорогого иностранного вина, об этом говорила вся улица. Они жили в таких же домах, что и рабочие, то есть они слишком много себя. И в целом вот такая форма, она была эффективнее. И, в общем-то, уже угрозу создавала для вот частных, разбежавшихся от феодаров, работников, сидящих в своих домах. И цеховых ремесленников в городах. Да. И для цеховых ремесленников в городах. То есть вот это вот такой зачаточек капитализма. Отличная форма. Ну все, что, мы, так сказать, как-то на Стахановске прошли. Задание на следующий. Про то, что это кооперация, ну, человечество обязано возникновением гигантских сооружений еще древности. Так сказать, мы вот сейчас рассматриваем. Значит, давайте 12 главу все. Да, так как мы, в общем-то, быстро идем.
Разделение труда и мануфактура. Да, разделение труда и мануфактура. Я вот смотрю, что по моей книжке это с 343 страницы про 377-ю. Это 33. Ну, здесь надо целиком. 34 главу странички, да. И надо прочитать всю эту главу целиком. Ну и как когда пойдем, как успеем, так и успеем. Вот 5-го, когда вторник. 8-го числа. 8 февраля. Да?